Конструкция самолета должна быть совершенной и надежной. Как бы ни был точен расчет, окончательное суждение о реальной прочности создаваемой конструкции можно составить только после статико-динамических испытаний в лабораторных условиях. Лаборатория для испытаний должна иметь силовой потолок, и пол для крепления силовой оснастки и воспроизводства внешних нагрузок. В полете на самолет в результате взаимодействия крыла с воздушным потоком действует распределенная аэродинамическая нагрузка. Которая приводится к погонной распределенной нагрузке. Инерционная нагрузка определяется весовыми расчетами. Погонную аэродинамическую и инерционную нагрузки заменяют равнодействующей и распределенным крутящим моментом. Распределенная нагрузка воспроизводится рычажной системой, позволяющей свести нагружение к сосредоточенным силам, которые создаются гидросиловозбудителями. Давление в гидросиловозбудителе подается с маслонасосной станции. Величины сил измеряются динамометрами. Испытание самолета и его агрегатов производится по основным расчетным случаям нагружения. Одним из наиболее ответственных является случай совместного действия полетных нагрузок и избыточного внутреннего давления в гермокабине самолета. В целях безопасности проведения испытаний при избыточном давлении объем гермокабины заполняют пенопластом. Внутреннее давление в гермокабине самолета создается компрессорной станцией. Процесс нагружения самолета автоматизирован. Управление ведется с единого пульта. Нагружение осуществляется ступенями. На каждой ступени проводятся записи замеров деформации и перемещений. Для определения несущей способности конструкцию самолета доводят до разрушения.
Деформированное состояние конструкции исследуется тензодатчиками. Они наклеиваются на несущие элементы конструкции самолета. При деформировании конструкции изменяется омическое сопротивление чувствительного элемента тензодатчика. По величине изменения этого сопротивления определяют напряженно-деформированное состояние. Сигналы от тензодатчиков поступают на входные коммутационные устройства ЭВМ. Наряду с определением напряженно-деформированного состояния производят замеры линейных перемещений отдельных точек конструкции. Измерения производят с помощью механических, индикаторных и электрических датчиков. Сигналы от которых поступают в информационно-измерительные системы. Большие линейные перемещения измеряют с помощью нивелирной съемки. Результаты измерений обрабатываются на электронно-вычислительных машинах. Определяются действующие напряжения в силовых элементах конструкции. Эти данные поступают на цифропечать и графопостроитель. Строятся эпюры напряжений и эпюры перемещений. Экспериментальные исследования в лабораторных условиях являются одним из важнейших этапов обеспечения надежности и безопасности эксплуатации самолетов.